Всем привет! Сегодня хочу дать свой отзыв на такие вот накладки. Это накладка реактор Carbor и, соответственно, ее улучшенная версия реактор Carbor Pro. Начнем. Чем знаменит реактор Carbor? Ну, наверное, первое — это самая дешевая накладка из Китая. Это липучка, классическая липучка, скорость у нее невысокая, то есть можно даже сказать немного ниже средней. Топшит, ну и в принципе жесткость у нее средняя. По количеству вращений, которое может выдавать эта накладка, опять же, оно среднее, хотя контроль на самом деле у накладки очень и очень хороший. Опять это обусловлено тем, что жесткость средняя, катапульта нету, зацеп достаточно хороший и не очень высокая скорость. То есть данные накладки вполне можно рекомендовать игрокам, которые ставят технику, хотят научиться играть и ищут что-то не быстрое, что-то очень контрольное и без катапульты, да, чтобы самостоятельно учиться делать там выверенные движения. Что надо знать, если вы будете заказывать эту накладку? У нее очень специфический и сильный запах. То есть заказывал я ее дважды, именно вот первый, ну не первый, а вот просто реактор Carbor. И, видимо, там настолько сильно накачана губка бустером, либо чем-то, я не знаю, вот своеобразным каким-то запахом, что вот даже конверт я оставил, ну, чисто вот для обзора, чтобы показать. Но конверт даже сейчас, вот даже с такого расстояния, я чувствую этот запах. Вот. Это не очень приятный момент. С другой стороны, буквально за 7-8 долларов две накладки, которые уже не такого качества, как там сборные ракетки в магазине, которые уже можно поставить и ими тренироваться. Именно что тренироваться, я считаю, что, наверное, именно для обучения это будут одни из там самых правильных, наверное, накладок, включая тот же Меркурий, сюда можно отнести от НХЕ. То есть от накладок не будет отлетать очень сильно, вы будете именно учиться создавать нужную скорость, нужное вращение, а поскольку скорость небольшая, вы сможете учиться делать именно полноценные движения, что я считаю при обучении сделать с тензорами крайне сложно, так как вы делаете полдвижения, мяч уже улетает, непонятно, как его контролировать. С подобными накладками это в разы проще. Вот. То есть, если подытожить, из плюсов низкая цена, отличные характеристики за эту цену, то есть за свои деньги. Ну, конечно, сравнивать это даже странно, да, с какими-то там накладками, но действительно накладка неплохая. То есть ей можно играть, даже причем можно играть на там, ну, скажем, низком, среднем, любительском уровне. То есть она вполне нормальная. Дальше, еще какой момент есть. У нее есть разброс качества, и это, в принципе, опять же, ну, для данной ценовой категории нормальная история. Я думаю, что те, опять же, теннисисты, которые, ну, покупают подобные накладки на постоянку, им, соответственно, это не особо важно. То есть важно, чтобы накладка цепляла, важно, чтобы, ну, ей легко было, да, и контрольно играть. И в этом плане накладка в любом случае, ну, будет выполнять свои функции, потому что топшит липкий с хорошим зацепом. То есть он не отличный, он там не какой-то, но он вполне хороший. Вот, и она не быстрая. Соответственно, попадать куда угодно, контролировать мячи и
В этом плане все очень легко. Что касается разброса характеристик, я сказал, два раза я приобретал данные накладки. И еще один раз я встречал у своего товарища тоже вот поклеенные накладки такие. И в двух случаях накладки были достаточно, которые я покупал медленные и, соответственно, ну, более контрольные, если так можно сказать. У моего товарища эти накладки были немного помягче по ощущениям и с более катапультивной, ну, там, более динамичной губкой. То есть чувствовалось, что они как будто немножко под бустером. Я делаю предположение, что, скорее всего, просто у моего товарища накладки были чуть свежее, и, соответственно, заводской бустер, ну, не вышел еще, из них не успел, а те накладки, которые я заказывал вот себе, ставил своим ученикам, если так можно сказать, они просто были немножко постарше, и бустер больше испарился. Вот. Соответственно, разброс качества у этих накладок есть. Далее, что касается версии Pro. На первый взгляд, чем мне показалось, они отличаются. У версии Pro, как мне показалось, немножко мягче топшит, немножко жестче губка. Второй момент, у него меньше липкость. И третий момент, что опять же уже ну, было поприятнее, то есть накладка пахнет ну, тоже достаточно сильно, но в принципе сравнимо с китайскими накладками. То есть Reactor Corper Pro, вот это его конверт, вот так вот выглядит, он уже, соответственно, вот эту накладку, она уже стоит чуть-чуть подороже. Она стоит, наверное, 8-9 долларов. Опять же, за две накладки. То есть у нее чуть-чуть повыше скорость, контроль на том же уровне. По вращению, ну, тоже все на том же уровне. Опять же, это очень контрольная накладка. Уже нету такого ярко выраженного, сильного, неприятного вот химического запаха бустера. То есть он есть, но он не сильный, да, сравним с китайскими накладками, в принципе. Ну и опять же, за свои деньги это отличная накладка, которым можно обучаться играть, которые можно играть на там, низком, среднем, любительском уровне. И ну, за свои деньги, да, и тот функционал, который, в принципе, в нее заложен, она передает полностью. То есть это, опять же, ну, все, в принципе, применимо, что я сказал про первый реактор. В Pro-версии чуть-чуть снижена липкость за счет этого, выше скорость, и опять чуть-чуть по ощущениям поэластичнее топшит, опять за счет этого немножко повыше получается скорость. Контроль высочайший, что в одной, что во второй накладке. Катапульты нет, что в одной, что во второй накладке. Соответственно, вам легко будет попадать и ставить именно правильную амплитудную технику, чтобы вы включали в движение не только кисть и предплечье, как это обычно бывает, когда учатся тенсорными накладками играть, а полноценно весь корпус, подключали ноги. Вот для обучения это отличные накладки. Ну, все основное сказал, то есть что-то прям такое выделить про эти накладки нельзя. Ну, я имею в виду, сверхъестественного здесь ничего нету. В принципе, если брать их цену. Ну, а дальше, соответственно, уже вам решать, то есть для каких вы целей просматриваете этот видеоотзыв. И, соответственно, уже решать, нужны вам такие накладки или нет. Не на все накладки могу сделать полноценный обзор с видео, с рассказами.
В данном случае это вот такой вот видеоотзыв. Если он вам был полезен, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите это в комментариях, чтобы я знал, что подобные видеоотзывы тоже можно выставлять, что кому-то это полезно и помогает вам в выборе подобного инвентаря. Всем спасибо, до новых встреч!